Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартиру на первой береговой линии. Вот такую. Видовую. Смотрите, какая красота. Ляпота. О, район Тосмур. Речка Дим. Песчаный пляж. Здесь уже плиты начинаются. Отель Grand Captain, там пирс. Этаж у этого проекта как 9-й. Так что пока что шум есть, когда сделают объездную дорогу. Не знаю когда, 23, 24 или 25-й год. Шума такого уже не будет. Вид на горы с балкона. Вид на крепость Алани. Глазами здесь потрясающе все видно. Ролик не показывает это все, но слов у меня нету на вид. Так что вот такой балкон. Вот. Большой балкон. Пойдемте в квартиру. Продают европейцы. Закрываем двери. Шума уже большого нету. Если хотите убрать полностью шум, вам надо поменять окна, вот эти термопакет на алюминиевые. Продаются. Вообще будет грандиозно. Отлично все. Никакого шума. Вот сидите здесь, ням-ням, и смотрите на крепость Алани. Во. Квартирка. Тут где-то жилая площадь больше 50. Только вот эта гостиная комната. Как сделаем здесь полукруглая какая-то она? Так. Так, отмерили. Бытовая техника фирмы Siemens. Вот. Посудомойка, электрическая плита, вытяжка фирмы Esti. Итак, и отмерим хотя бы в ту сторону. Сорок восемь квадратных метров, почти 49. Так, ну скажем, эта сторона 45 квадратных метров. Только гостиная комната, совмещенная с кухней. Рот закрой. Но нет, не закрывает. Так. Здесь у нас спальня. Да, блин. Такая длинная. Здесь у нас спальня. Видите, да, вид на море. Из спальни. Я одну сторону не открыл. Так. Спальня у нас сколько? Сколько? 14600, 15 почти. Шезлонги. На балкон. Блин, что-то стекло не влез. Выход также на этот балкон. Красота, да? Восхитительно! Здесь у нас вторая спальня. Он сделал как гостевую комнату. Здесь отмерим. Маленький ремонт требуется. 11,5. О, также вид на море. И на тарелку. О. Здесь подземный проход у нас снизу. Спускаетесь вниз и оттуда прямо к морю. Никаких лесенок. Прямой вход. Рядом маркет, сеть магазинов, этот Migros. Могу отсюда тоже показать, если получится. Нет, сложно. Позади этого здания, в той стороне есть ШОК. Ну, вся инфраструктура рядом. Какой хороший. Это я у вас заберу. Интересный. Как-то вот друг к другу вход. Здесь есть бассейн, сауна. Так, это один санузел. Накопительная система, стиральная машинка.
фирмы Siemens, вентилятор фирмы Premier. Все, дорогие зрители, снова покажу. Большой бассейн, фитнес, сауна тоже есть. Айда 200 лир. Цена квартиры 170 тысяч евро. Есть торг. Цену хотят поднять на эту квартиру. Так что звоните. Мне сказали, цена еще действует 10 дней. Потом вроде поднимут. Раньше была поменьше цена эту квартиру. Уже подняли, еще хотят поднять. Цены меняются. Есть такой нюанс у нас. Я снимаю ролик. Хозяин потом резко меняет цену. Чтоб понимали. И хозяину ничего не могу сказать, что делать. Продавец он. Все, дорогие зрители, как я себя покажу. Ага. 170 тысяч евро, есть торг, айда 200 лир. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. Жду вашего звонка. С вами был Агаси. Здание было построено в 2006 году. Все. Ставьте лайки, комментируйте, пишите хорошие отзывы. Подписывайтесь, если еще не подписались. Все, всем пока-пока.